Всем привет, братишки и сестренки, с вами Ник Фрост и добро пожаловать в Tasty Planet Forever. Так, у нас третья миссия. Мы играем за... Что это такое? Это типа мишка. Мишка. Так, Hungry Hungry Red. Red это у нас даже не мышка, а крыска, я так понимаю. Так, что-то там элефанты мигрируют. Что-то там, нифига себе, сколько читать. И только одна мышка что-то все хочет жрать. Не знаю, короче, хрен с ним, разберемся. Наша цель остается неизменной. Всех сожрать. Так, как я там играл вчера? Так, зажимал пробел и гоцал. Ого, нифига себе. Ого. Немного я отвык. Ничего, сейчас мы вспомним. Сейчас она станет покрупнее и станет легче. Так, это Африка, я так понимаю, муравьи, жуки-навозники. Это эти медовые эти муравьи, огненные, или я не знаю, как их назвать. Короче, жопку сожрал, а там вкусняшка. Типа мед. Или сладкое, или я не знаю, что там, почему этих муравьев жрут. Может, это не такие муравьи, если честно. Может, это просто красные кусючие муравьи. Не знал, что их мышка ест. Да вообще наша мышка, а точнее крыска, блин, я все ее называю мышкой, но это не, все-таки это крысеныш. Возможно, если будет очень длинный ролик, я его покоцаю, как предыдущий, на две части. Потому что, блин, целый час смотреть, как я страдаю, это... Это тяжело как для вас, так и для меня. Так, где еще, где эти жуки-навозники? Где? Они все шарики, что ли, забрали? Слышь, жучары, блин. Ого, я могу жука съесть? О, ничего себе. Ничего себе. О! Да, блин, все. Ого, там он, появились какие-то хищные... Что это такое? Я не знаю, что за насекомое, но оно явно... Оно явно не питает ко мне никакой симпатии. О, нифига себе. Паук сожрал этого самого. Крысу, блин. Ничего-ничего, я подрасту. Месть будет жестокой, блин. Сперва я начну жрать своих сородичей. Других крысюков. Надо вокруг него все съедать, чтобы он, бедняга, не знал, куда идти. У него ведь тоже какой-то прописан алгоритм поведения. Так, надо что ли клаву ближе подвинуть, у меня уже, блин... Ах, сука, пока двигал клаву, меня коцнули, блин. Опа-опа. Ну все, паук, готовься, я уже начал жрать своих сородичей, я, блин, крыса-каннибал. Хотя, я думаю, у них это нормально. Жрать свое потомство или что-то в этом духе. Да не, ну это уже фигня, надо жрать что-то крупненькое, эти жуки. Просто ни о чем. Что, потом бинокль можно будет захавать? Вот, нормально. Где-то оно на... Чу-чу-чу, я его толкнул так. Опа-опа. А на кого у нас тут наводится? Что это такое, травка, что ли? Ого, это что еще за африканское существо? Муравьед, что ли? Или какой-то броненосец? Что это такое? Так, можно жрать траву. Это хорошо. Так... Без разбора все жрем. Такие звуки. Пуф-пуф-пуф-пуф. Как будто он дом съел какой-то. Надо этому чуваку, который делает эту игрушку, ну, что-то новое вводить. Все-таки третий или четвертый раз одно и то же. Опа-на, не знаю, что за зверюгу я съел. Пан-панголин, пандолин. Ой, надо же. Ого, даже две звездочки. Я в шоке. Так, Elephant of Surprise, да, и чё, я элефана могу сажать? Так, ух ты, ё, разминируй минное поле с 70 мин до того, как долбаные слонопотамы, блин, наступят на них. Нормально я перевел? Вот так-то. Чёрт, и где эти, блин, слонопотамы? Так, спокуха. Спокуха, как я, чуть-чуть пошел на... Да сука. Я вообще их все должен съесть?
Так, слы, как я буду их освобождать, если у них башню сносит, а они ходят не по дороге? Там он кто-то взрывается, ну что я сделаю? Я им что, виноват, что они дебилы? Где-то там все еще взрывы. Вы там что, уроды, не по дороге идете? Еще реально все 70 надо сажать? Да. Тупняк. Не догоняю такое, когда надо кого-то спасать. Вот ни в одной игре я такое не любил. Так. Я могу жрать скорпиошек. А как это он мины ел? Это интересно, этот мой ред. Или ред? Ого, тут черепаха. О, ничего себе, можно пырнуть, и она начнет ходить. Так, надо как-то идти в обратном порядке. Вот как они идут, а ты им такой навстречу. Оп-оп-оп-оп. Блин. Так, теперь надо в другую сторону побежать. Там уже должна дорожка насобираться. О, нифига себе, какой я меткий. Всех мимо прошел, никого не съел. Так, 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 так. Ну когда я уже травку начну есть? Давай, 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 давай. Я уже 26 сантиметров. Вы только вдумайтесь в эту крысу. Это ж, блин. Сплинтер. О, я буду называть ее ласково Сплинтер. Так, где? Во что Николай только не играет? Да, в РПГ, в какие-то серьезные игры. Ну реально, в шутеры. И в разное. Ну и в такую хрень тупо бездумную. Тут только спинной мозг работает. Тут вообще думать не надо, просто реакция и все. Забавно, на канале есть все. И в мобильные игры. Во-во-во-во-во, чё-чё-чё-чё-чё такое? Динго за мной бегает? Или чё это за... Нет, это на динго не похоже, это ведь не Австралия, это какие-то гепарды. Нифига себе, пошли вон, ещё и кусают меня. Леопарду... Леопардовая это самая... Тортуга, блин. Спокуха. Чё-ч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 ё
И сколько я на этих тартлах разъемся. Интересно, кого следующего смогу сожрать? Птичку или... Вот, опа-опа. Все. Всем боятся. Долбаные киси. Острич. Кто такой острич, я не знаю. Неужели в Африке водятся эти самые? Как они называются, я уже забыл. Самая большая птица. Короче, надо, просто не могу одновременно думать и жрать. Страус, блин, они что, в Африке водятся? Ой, я не прочитал, что надо сделать. Надеюсь, просто всех сожрать. Элефант, что? Что, что это за... Что это за элефант такой? А что тебе там ныкаются? У них там какая-то охота дивная. Дивная охота. Они там застряли, что ли, в текстурах? Вы там застряли или что? Или у вас там брачный период? Странно. Очень странно. Ну ладно. Я ж сейчас же наемся. Я и за вас возьмусь, кто бы вы ни были. И кто такие вот эти слона, слона шрю? Такой пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи. Странно, что эти штуки за мной не гоняются. Стоят там как непонятно. Чё они вообще какие-то? Зомбари. Ух ты, но оно еще и кусается. Наверное, что-то с интеллектом у них случилось. Или они едят там что-то. Непонятно. Николаю непонятно. Поведение тех штук. Но может оно и к лучшему. То сейчас бы гонялись за мной. А, вот и все. Бит какая-то лисица. А что, в Африке есть лисицы? Понятно, это какая-то местная африканская лисица. Которая лает. Ого.
А все, негде вам теперь прятаться. Так. Mission number 6. Надеюсь, не надо никого спасать. Я так понимаю, что это уже человеки. Жрем их. Почер. Не знаю, кто такой Почер. Может, какой-то охотник. Ого, я 60 сантиметров. Ничего себе. О, это что еще такое? Львы тут. А, львы тоже их всех жрут. Ого, нормально. Этих почеров еще поискать надо. Да блин. Фиг попадешь. Долбаные киси. Опа-опа. Гепардик, иди сюда, или кто-то там такой. Так, этого пока не могу. Да блин, сука. Этого могу. Стоять. Этого не могу. А может, то самка, а это льва такая белая. У меня белая крыса. Да это серьезно, блин. Я уже однометровая крыса. Все, Сплинтера, блин, мы победили. Он, кстати, невысокий был. Хотя вот в последних черепашках, те, которые мне нравились, те, которые трехмерные от Nickelodeon были, нормальные, 12-го года. Но там был лучший Сплинтер из всех, которые я видел. Высокий, блин, серьезный. А не эта мелочь, которая во всех частях. И черепахи, блин, ниже Эйприл ростом, блин. А Сплинтер еще ниже черепах. А там был Сплинтер, так Сплинтер. Просто красавелла. Ну все, 1.75 м. Это, кстати, мой рост, 1.75 м. Так что эта крыса уже больше меня. Я не знаю, если я такое увижу, блин, в жизни. То это капец. Как это она метр с чем-то может жрать львов? Жесть какая-то. Так, Red Dawn in Africa. Опа, кустики все еще нельзя, ладно. Мы это исправим, ух ты, бимочки. Хиппо. Хиппо, зебры. Что тут такое? Тут кто-то стреляет, мне кажется, или кто-то стреляет. Там пульки летят. Блин, сука, бегемот меня коснул. Ты что, охеревший? Точно бегемот или это какой-то носорог? Бегемоты нихер делать, съедают человека, и хоть у них там всего несчастных 4 зуба или совсем немного. О, я могу людей есть. Отлично. Опа-на, что-то я могу уже есть не только людей. Да блин, сука, ты чё на? Странно, это явно, это не бегемоты, походу, но сейчас мы почитаем. Вархог, это свинки. Это свинки, потому что бегемот, ну как он, блин, зебра, больше бегемота, это не может быть. Ой-ой, кажется, я зебра съел. Да блин, ну кто там, я не пойму, что это за, кто в меня попадает? Короче, я уже сбился со счета, сколько метров у этой зверюшки, 1.66 м. Опа, 1.75 м мой рост. Ух ты, слоны. Осторожно, слоны. Так, эту я еще не могу есть. Что-то там заныкалось. Типа тебе это поможет. Слона так пнул, короче. Тачки пока жрать не могу. Фиг найдешь кого захавать, когда ты крупненький стал. Опа-на, кажется, только что была скушена жирафка. О-о-о, в ход пошли слоны. Или это дети слонов? Че их так тянет к этому дереву? Что тебе? Я тут намазан медом, что ли? Ё-моё. Можно есть слонят. Это жестокая игра, в которой можно есть слонят. Большие особо тебе ничего сделать не могут. Просто смотрят, как я жру их потомство. Вот это да. Вот это да. Вон, чё себе, где ты?
Самолеты. Ё-моё, пылесос. Кстати, по поводу пылесоса. У меня как раз пылесос что-то сломался. Надо бы это. Вот такого пылесоса себе завести, правда, стрёмно. Be mine. О, нет, нет, нет. А, просто почистить от мин и всё. А пофиг, пусть взрываются остальные придурки или нет. Или тут никого нету. Очисти от мин, окей. Там где-то мину я просрал. Ну, я к ней ещё вернусь. Ну чё, 3 звезды мне. Фиг там, да. Drink up. Чё-то надо будет выпить. Так, я снова 44 сантиметра. Что ж такое? А, блин, фу, это конченная миссия. Я, по-моему, в неё играл на Android. Фу, она, блин, запарная, реально. Блин, надо никого не пропускать и вот таким маразмом страдать. Ой-ой-ой-ой. По кругу вот так надо будет бегать много-много раз. Потом мы сможем еще на один больше есть, еще на один, еще на один, еще на один. И еще на один. Да блин, сука. Да ё-моё. Пьют воду, блин, а ты посмотри, а мне не дают. Ну что, придет немного времени, я смогу жрать кого-то покрупнее. Например. Например, птичку. Птичку, зебру. Да блин, его. Сейчас меня явно укачает от такого этого. Так. Ой-ой-ой-ой, что тут происходит? Жрем слонов. Газуй, долбаная мышь. Крыса, точнее. Так, неплохо. Revenge of the Elephant. Снова что-то с минами, нет? Месть элефантов. Это они на меня нападать будут, что ли? Да блин, ё. Ого, не понял, там что там... А, реально слоны? А, слоны херячат все подряд, понял. Я думаю, что-то там такое странное происходит. Думаю, неужели 2 машины врезались? А там элефаны, блин. Бешеные. Гля, что творят? А они зебра тоже нахер валят или нет? Ого, машина зебру задавила. Так, я уже 2 метра, я как с куста. Так, когда я подрасту, чтобы мне слоны не были страшные? То они что-то ведут себя неадекватно. Наверное, баобабы в этих самых прокисших нажрались. А ведь они могут. Умные создания. Забродивших баобабчиков бахнуть, а потом у них вот сносит башню. Я видел в ролике, да-да-да, BBC, Wild, Discovery, все дела. Короче, потом они, вот у их тянет на приключения. Пойти, например, дерево какое-то завалить пьяным или еще что-то. О, все. Короче, все, всем смерти. Уничтожать технику могу только я. Так, и последняя тачка. Ух ты, ё. 3 звезды. Что-то за мышку как-то просто. Ready for take-off. Ready, чтобы вы не писали, я ready. Кто такой этот ваш take-off? Опа-на. Всегда приятно захавать просто стоящую машинку. Так, 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 интересно, как он это проецировал, эту игру? С мелкого к большему, 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 большему. Как он это делал?
И главное, движок у него такой позволяет спокойно увеличить. Это я, кстати, еще все, что было в нем на ультра, выкрутил в этом движке, и вы видите, какая здесь скромная графика. Движок ему позволяет начинать от амебы и заканчивать поеданием планеты. И чем мы больше становимся, тем, походу, меньше нагрузка на движок, потому что там просто, блин, все съедается. Я так понимаю, что я могу... Ага, даже пытающиеся взлететь съесть. Ого, даже те, которые летят, могу есть. Это круто. Просто стоящую технику тоже жрем. Вот это круто. Так, ну финиш. Так, и последняя миссия, я так понимаю... Самых низов 7 миллиметров. Самых низов до поедания самолетов. Начнем вот такой козявкой, опасаясь всяких жуков. Так, а ты чмо? Не трогай эти штуки, блин. Я подрасту, мне потом есть нечего будет. Слушай, ты охеревший? А ну не трогай, блин. Вот скотина. Туда, туда его толкай. Надеюсь, у тебя мозга... А, у него не хватает мозга повернуть. Все, молодец. А тут слышь наглая рожа. Все сожрет, а мне что делать потом? Сейчас надо ему помочь. Где придурочный? Опа, в другую сторону. Бля. Правильно, пока ты дойдешь до того, я уже подрасту, что сам его съем. А тут слышь такую награду хочет. Ага, вот и все, херушки тебе. Не знаю, куда теперь ты будешь идти. Сейчас я тебя съем, блин. Вот и все. Так, тут уже должны быть хищные твари какие-то. Ага, типа вот такого. Ух ты, аккуратно. Паучок. Капец, какая тут вся вкусняшная еда, блин. Так, пора расти. Я сколько? Я 5 сантиметров. Это ничтожно. А интересно, сколько там? Я не смотрел. У нее было метров, когда она на самолетике начала хавать эта мышка. А кто же всю планету съест? Так, ну куда я подрасту? Йо. Пора начинать сородичей жрать. Оп-оп-оп, не поймал. Опа, все, простите, братья и сестры. Но я дурная мышь, точнее крыса, блин, никак не запомню, что это крыса, блин. Опа, из-под носа стыбзил. Растем не по дням, а по часам. В нашем случае вообще по секундам. Так, блин, конечно, ее коробит так, когда она бегает. О, какие-то броненосцы пошли. А, вот ты мерзкий паучок и получил от меня. Опа. Кажется, было только что яме. Это хорошо. Жрем травку. Травка, это полезно. Я вот даже своему коту как-то траву садил. Пшеничку. Опа, и нет бинокля. Ого, нифига себе. Так, мое создание все больше и больше. Вот сраные эти, блин, охотники. Ничего. Я так быстро все сжираю, что этим беднягам не остается в кого стрелять. Долбаная зебра, пошла вон. Конечно, печально, что в меня попадают, но я на топ 100 игроков в мире не претендую, так что ну и хрен с ним. Да блин, сука. Кися. Ту-ту-ту-ру-рум. Я уже даже привык к этой мелодии, которая меня уже достала.
Но я к ней привык, и теперь у меня никаких эмоций. Играет себе это, играет. Блин, ну как можно было впиляться в машину? Я вообще туда не жал. Так, ну кого тут сажать? Чуть-чуть, где вы сиделись-то? Ого, это большой слоник. Так, я уже почти 2 метра, зверюшка. Даже сплинтер с последних черепах был побит по размеру. Такие эти коняшки такие. А вот и все, пошли жирафы в ход. Тут, ух ты, теперь большие слоники пошли. Такой му, жирафка сказал, му, нет, это были небольшие слоники. Это были, оказывается, слоники-детки. Да блин. О, заборчик. Можно жрать забор, можно жрать машины. Да все, блин. Негде вам прятаться, нет тут кустов. Ями. Блин, я уже почти 9 метров. Это жесть какая-то. Жрать-то нечего. О, сейчас мы всю эту самую, весь этот азис сожрем. Ту-ту-ту-ту-ту-дум. Так, ого, тут прям стадо. Та-ё. На что он наводится? Мне надо еще подрасти. Мне надо еще подрасти, я здесь не могу жрать. Что ли, на деревьях? Намек, что типа, Николай, сожри все деревья, и потом ты станешь еще круче. И сможешь сожрать какой-то дом? Нет, все еще не могу, окей. Сложно попасть. Ладно, чувствую, деревья дадут мне силу. Все, теперь можно? Нет, нельзя. Отстой какой-то. А теперь можно? Вот видите, все продумано. Пока не сожжешь все деревья, хрен у тебя что получится. Вот это я понимаю. Так, я прошел за мышку. Рад, что-то without complete. Че? А, рад, red world complete. Так. Фу, братишки, на этом я с вами прощаюсь. И я не буду, конечно же, ролик прерывать. И сейчас сам начну играть за непонятное существо мохнатое, типа пчелы. Ну, а всем остальным говорю пока-пока. Увидимся, услышимся в новом ролике.